Год назад государства-члены Организации Объединенных Наций одобрили повестку дня в области устойчивого развития на период 2030 года. Получившая название «Цели устойчивого развития» или ЦУР, программа обещает лучшее будущее для всех через 15 лет. Одна из 17 целей ориентирована на демократию и направлена на создание мирных и инклюзивных сообществ в интересах устойчивого развития, на обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных подотчетных институтов на всех уровнях. Она имеет решающее значение для обеспечения устойчивого развития во всех странах. Демократические принципы также проходят красной нитью через всю повестку дня, от всеобщего доступа к общественным благам, здравоохранению и образованию до создания безопасных условий жизни и возможности достойного труда для всех. Perhaps someday you'll join us.